Расул Гамзатов. Земля – это люлька людская. Земля – это люлька людская. Качается люлька с людьми. Веками качается, нам намекая, что мы остаемся детьми. А в люльке веками скулят, не смолкая, веками ревут и ревут. Качается люлька, такая людская, где маму веками зовут. Одни в этой люльке от голода плачут, веками хотят молока. Другие веками от радости пляшут, любимую куклу схватив за бока. А третьи хотят кувыркаться все время, устраивать трам-тарарам. А эти все время сражаются с теми, как петухи по дворам. Земля – это крепкая люлька людская, качается люлька с людьми. Веками качается, нам намекая, что мы остаемся детьми. А в люльке одним улюлюкает вьюга, в то время как жарко другим. И мы донимаем веками друг друга, то смехом, то плачем своим. Поросящий, дающий, скулящий, поющий, всяк сущий, какой-никакой. Однажды, не дважды, не на ночь, навеки уснет в этой люльке людской.